Что, уже вставать? Нет. Еще есть полчасика подремать. Папа, мою вешалку уронили. Ничего я не роняла, она сама упала. Так. А кто это у меня там без тапочек стоит? Ну-ка, быстро прыгайте в кровать, быстро, а то простудитесь. Ну и как вас угораздило вешалку уронить? Не ушиблись? Нет. Доброе утро, Сеня. Спасибо, что ты обо мне заботишься. Но я уже встала. Сеня, а знаешь, чего бы я хотела больше всего на свете? Не знаешь? Ладно, скажу тебе по секрету. Я бы хотела гладить рубашки одному человеку. Только тихо. Это тайна. Пока. Спасибо, Сеня. Ты настоящий друг. До вечера. Ха. Ну вот, это была моя единственная чистая рубашка. Ларионов, не нуди. Хочешь иметь нормальный дом? Женись. На ком? Ну, не на мне, а замужем. Ага. Тебя твой муж не хватится? Для мужа я сегодня ночевала у подруги. Ага. Я тебе миллион раз говорила. Его, кроме его банка, ничего не интересует. Ну, ладно. Это твоя жизнь. Завтракать будем? Будем. Приготовь что-нибудь, а? Ларионов, ты опять? Я не умею готовить. Ты женись. У тебя тогда будет завтрак по утрам, рубашки чистые, глаженные. Я уже женился один раз. И все равно у меня не было ни чистых рубашек, ни завтраков. Значит, не на той женился. Все. Пошла досыпать. Понял, у меня сегодня ни свет, ни заря. Чего? Ай, Ларионов, почему я все время к тебе прихожу? Потому что ты настоящий, не то, что эти денежные мешки с компьютером вместо головы. Ну что, пока. В 7:20 она вышла из дома. Направляется на автобусную остановку. 7:30 вышли из дома, садятся в машину. Что, опять? Да нет. Показалось. Сережка, ты же не сумасшедший? Если тебе кажется, что за тобой следят, значит, так оно и есть. Ирка, я совершенно не сумасшедший. Я просто форменный болтун. Не надо было тебе это рассказывать и просто так волновать. Все, за мной никто не следит. Вот, Димка, все дела за последний квартал. Составь мне аналитическую справку. Андрей Дмитриевич, я с бумагами как-то... Ты что думал? Работа сыщика — это что, с пистолетом бегать? Да в нашем деле самое главное — протоколы. Горы протоколов. Так что вот, Мамаев, твой курган. Так. Клавдия Васильевна, а куда травы поставить? Это из новой партии. Угу. Хорошо, вот сюда. Давайте бумагу. Угу. Ой, Клавы, долго ты ее будешь за ручку водить? Сколько можно с ней возиться? Жить захочет, сразу всему научится. Ты знаешь, Нин, когда я была здесь на практике, со мной тоже возились, и мне это помогло. Клав, ну не сердись, я не хотела тебя обидеть. Ты же выросла в детдоме, там, наверное, привыкли друг за дружку стоять, а мне это странно, я только за себя привыкла. Совершенно другое дело. С такими показателями хоть в космос. Александр Семенович, будем готовить вас к операции. Подлечим вам сердечко. Будете бегать, как новенький. Хорошо бы, доктор. Подлечим, не волнуйтесь. А теперь отдыхайте. Да вы не волнуйтесь. Сам будет оперирован. А знаете, какие у него руки? Золотые. Так что давайте ляжем с вами удобненько, немножечко, подушечку, вот так. И успокоимся. Его директор института будет, а он. Значит, ты все-таки решил оперировать. А если он даст кровотечение? Ты гемостазиограмму его видел? Видел, Саш, видел. Но это все-таки не так плохо, как 2 недели назад. Надо оперировать, иначе мы его вообще потеряем. Вызывали Варвару Алексеевну? Да, зайди, пожалуйста.
меня к тебе просьба будет. Конечно, очень бы не хотелось тебя напрягать, но у нас уборщица барыня. В ее служебные обязанности не входит веники покупать. Где только таких слов набралась поганка? А сколько у нас сейчас веник стоит? Не знаю. Вот спасибо тебе, дорогая, потому что я ничего не успеваю. Я и заведующая, я и завхоз, я и... Черт ступи, конь в пальто. Так. 50-50. Если хватит, 2 возьмешь. Хорошо? Хорошо, я куплю. Вот спасибо тебе, дорогая, потому что я ничего не успеваю. Ириш, привет. Слушай, давай поужинаем сегодня где-нибудь. Хоть вместе побудем. Только давай выберем местечко потише, а то у меня после работы голова кругом идет. Хочется посидеть, где будет тихо-тихо. Закуривай, Семенович. Нет, я бросаю. Второй день держусь. Ну, держись. Ну и что наша экспертиза скажет? А что говорит-то? Он же сам во всем признался. Ну что, мужики, отметим окончание рабочей недели, а? Нет, я пас, меня семья ждет. А я с удовольствием. Мы к теще во Владимир уехали. Противно в пустую квартиру возвращаться, да, Андрей? Еще как. Сейчас протокол допишем, мы посидим где-нибудь. М? Добро. А я пас. Вопросу сведения о ваших родных не было найдено. Сеня! Привет, это я. Соскучился? Я пришла. Сейчас приготовлю ужин, а ты мне кино покажешь. Сережка, такой хороший вечер. Спасибо тебе. Да не за что. Ну что, пойдем к нашим? Знаешь что? Давай-ка... Посидим еще. Я люблю картошку. Я очень люблю картошку. Я очень-очень люблю картошку. Ой, Господи, как же она мне надоела. Как ты издерган. Ну так же нельзя. У меня есть подруга. Ты только не отрицай сразу. Ой. У нее муж бывший, милиционер. Угу. Давай я ей позвоню. Боже, тебе упаси, Ириш. Я думаю, у него и без меня хлопот хватает. Представляю, как он начнет смеяться. Палату номер 6 сразу вспомнит. Да нет, Ириш. Не переживай, я просто очень сильно устал. Ничего страшного. Все, поехали.
Иду. Алло. Да, Тань, привет. Что у меня в субботу? Ну, ничего пока. А это удобно? Ковалева, не сходи с ума, что значит удобно? Мать мне уже чуть ли не каждый день звонит, привези Клаву. Они тебя уже год не видели, ну что они тебе плохого-то сделали? Ты купил гранатовый сок? Так ты не сказала. Я сказала, будем делать шашлык, а шашлык делаем с гранатовым соком. Давай быстренько. Извини, порядок в семье наводила. Все, никаких отговорок, чтобы завтра была, и никаких гвоздей. И Андрюха будет. Правда, я не знаю, сможем ли мы тебя забрать, так как моего Павлова даже мне в субботу поднять не удается. Да нет, нет, ну что ты, конечно, я доберусь прекрасно сама, да. Да я помню, где ваша дача, конечно. Ну ладно, хорошо, целую, до встречи. Ну пока. Эх, Сеня, Сеня, Сеня. Нам ли быть в печали? Вышел гулять с собакой. Жан, скажи, пожалуйста, а у тебя бывший муж ведь в милиции работает? А я хотела попросить его об одной услуге. Да нет, чепуха, в общем-то, ну... Хотя нет, наверное, все очень серьезно. По-моему, за Сережей кто-то следит. Жанночка. Ну, узнал. Привет. Ну, конечно же, я тебя узнал. Но как можно забыть свою экс-жену? Ладно, Андрюш, слушай, есть дело. Ты помнишь Иру Мерцалову? Mm. У нее есть муж, Сережа. Так вот, за ним кто-то следит. Кто за кем следит? Ну, Ира Мерцалова, у нее есть муж. Он врач, и за ним следят. А, кардиолог. Я думал, у тебя что-то случилось. Да нет, у меня все в порядке. И он ничего не подумает. Ира говорит, что он расстроен, и так стал плохо спать. Ну, что же то врач? Что же врачи не болеют? Палату номер 6, помнишь? Вот пусть валерьянки попьет. Андрюш, ты должен помочь человеку. Я не медбрат, я брат-мент. Ты просто хам. Я знаю, что я хам. Ты мне грубишь, Андрюша. Ты Жанночка. Ты уверен, что с тобой все в порядке? Андрюша, ты меня мы слышишь уже развелись с тобой, хватит меня воспитывать. Послушай, нам необходимо поговорить. Послушай меня, Андрюша. Ты должен разобраться в ситуации. Правоохранительные органы призваны защищать спокойствие граждан. Ты слышишь? Твоя Алло. Жизненная позиция не заслуживает уважения. Я хотела бы, чтобы ты научился добиваться большего. Ты шутишь, да? Послушай. Андрюш, я все понимаю. Ты до сих пор Послушай. Не можешь простить мне, что я тебя бросила. Но мы все должны оставаться в рамках Не ты меня бросила. Ты ушла от меня. Потому что, наконец, стало стыдно за свои бесконечные интрижки. Что? Андрюш, сейчас стоит. Еще хватит. Мне пора к родителям на дачу, и не звони мне больше со своими глупостями. Нет, Андрюш, подожди. Простите, пожалуйста. Да ради бога, пожалуйста. Дмитрий Андреевич, это я.
Здрасте. Клавочка, здравствуй, 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 родная. Лена, Леночка, Клава приехала. Здрасте, Елена Васильевна. Здравствуй, милая, здравствуй. Здрасте. А Танька где? А Павлов проспал. А ты как сюда добралась? А я хорошо, слава богу, дорогу знаю. Боже, какая красота у вас. А это что, все ваше, что ли? Вот такой урожай. Ну, да. Одевать куда не знаю. Как куда? Вы можете из лычи сделать такие мали, из яблок, слив, варенье, джем, конфетюрный. Хозяюшка, нашему бы Андрею такую жену. Ой, извините, а можно я с дороги руки помою? Ну, конечно, конечно. Кто тебе за язык тянет? А что я такое сказал? Ты что, ничего не видишь? Да что я должен видеть? Нравится Клаве наш сын, нравится. Я же вижу, как она на него смотрит. Дочка, опять ты со своими фантазиями. О, Андрей приехал. Привет, Андрей. Привет, папа. Привет. Стучит что-то. Что там? Или мне показалось? А ну-ка, дай гляну. Клава приехала. О. Стучит и стучит. А руки не доходят. Алешенька, возьми пирожочков еще покушай. Я хоть и наелся, но так люблю ваши пирожки. Повезло мне с зятем. Люблю, мама, когда едят с аппетитом. Он у меня на самообслуживании, мне готовить некогда. Собственным мужем заниматься некогда, дожили. Да. И как я умудрилась такую дочь воспитать, не понимаю. Мать уже месяц. Лешенька. Легко. Ну, с этими осами нет никакого спасения. Идите отсюда. Кстати, вот что делается? Помню. Давай, попробуй. Я попробую. Вот я тебя и застукала. Ты чё куксишься-то, а? Я? Ну, да. Ты не так, ничего. Давай, иди отсюда. Иди. Иди гуляй. Клав, ну а чё ты вот в нем нашла? Ведь и хламон же сплошной. Нет, я его очень люблю, брат все-таки, но хламон. Хотя мой не лучше. Сколько я тебя знаю, 9 лет. И все 9 лет ты сохнешь по нему. Ты что, лучше не встретила? Нет, не встретила. Да не приспособлен он для семейной жизни, Клава. Да еще с такой профессией. Не для тебя он. Я знаю. Ну и что мне теперь делать? Извини меня, Клав. Вечно со своим языком. Я просто не хочу, чтобы ты мучилась. Да нет, ну что, ты знаешь, Тань, мне пора, у меня завтра дежурство, я поеду. Ой, не умеешь ты врать, Ковалева. Мама, Клава уезжать собралась, скажи ей что-нибудь, а? О, Клавочка, как же так? Я думала, ты переночуешь. И шашлыки завтра. Нет, ну правда, Елена Васильевна, у меня правда завтра дежурство, я поеду. Поехали, Клав, я тебя подброшу, мне все равно завтра на работу. Спасибо. Вот, мать нам на неделю продуктов-то насобирала. Ничего себе. Говорит, вы холостяки. А чего ты замуж не выходишь? Я тебя жду. Ну, не хочешь, не говори. Стучит, не слышишь? Нет, кажется. Стучит. Я не слышу. Стучит. Андрей, послушай, а ты не заметил мужчину недалеко от вашей дачи? Сидел какой-то, а что? Ты знаешь, мне кажется, что я его и раньше видела. Сначала вот когда к вам на дачу ехала в трамвае, а еще раньше около своей работы. И вообще, мне кажется, что он за мной следит. Нет, ну ты подумай, что творится, а? Нет, ну я вообще-то не уверена, но... Не слышишь? Что? Стучит. Я не слышу. Ну, посуди сама. Кому нужно за тобой следить? Нет, Клавдия, у тебя паранойя. И не только у тебя. Прямо эпидемия по всей Москве. Всем кажется, что за ними следят. За кем еще? Да врач тут один с ума сошел. Тоже ему мерещится. А может, ты у нас шпионка?
Вы тихоне люди непростые. Да, хорошо, я шпионка. Только вот знаешь, я еще не решила, на какую страну буду работать. Ну ладно, все забыли. Лучше расскажи, как сам живешь. Да никак. Работа, дом. Работа, дом. Сегодня пообщался со своей бывшей, вчера напился. Зачем? Хреново было, вот и напился. Понятно. Жизнь не задалась, себя жалею. Да, не задалась. Все-то ты знаешь. Ладно. В следующий раз, как только начну себя жалеть, обязательно тебе позвоню. Позвони. Вот вместе и напьемся. Так. Вот они мои. Направляется на автобусную остановку. Уважаемые родители, дорогие, сегодня праздник, день знаний, день, когда вчерашние малыши, впервые переступив порог школы, станут первоклассниками. Учениками. Это вон же они, вон, посмотрите. Вон, вон. Да. Влезнем в их школьной жизни. Влезнем в каждой семье. Все, Ириш, мне пора, у меня операция назначена. Счастливо тебе. Вечером увидимся. Конечно. Государство твердо держит линию на обеспечение доступности образования.
том числе и Коли. Ты что, это разве веник? Палки. Как есть палки. Ничего нельзя никому доверить. Вот тебе и благодарность. Да ничего страшного, ладно, ну что мне, тяжело веники что ли купить? Что, заведующей их самой что ли покупать? И потом я и всем обязана. Ну, мне квартиру выхлопотала. Да, Клава, с твоим бы характером тебе бы в сестры милосердие. Хотя нет, с твоей безотказностью тебя бы там вообще заездили. Ну, как провела выходные? Опять кому-то помогала. Да нет, почему, у друзей было на даче, они мне как родные. А, ну да. И ты им тоже всем обязана. Клавочка, свою семью пора уже завести. Слушай, а пойдем сегодня со мной на вечеринку? У Сашкиного друга день рождения. Там молодые люди будут, познакомишься. Не, ну не знаю, посмотрим. Ой, Клав, надо быть поактивней. А то так одна и останешься. Или ты думаешь, что принц прямо за тобой в аптеку приедет? Здрасте. Здрасте. Ой, я не опоздала. Ой, фу, опоздала. Ты должна, между прочим, за полчаса до открытия аптеки приходить. И вот что, девочка, если ты думаешь, что Клавдия Васильевна хорошо к тебе относится, то это не значит, что ты ей должна на шею садиться. И будь спокойна, я за этим прослежу. Так, девочки, все, хватит ругаться, пора открывать. Значит, тебе наряд не очереди, приберешься в подсобке. Больше не опаздывай. Есть? Прекрасно. Успели. Ну что, коллеги, будем зашивать. Чья сегодня очередь? Девушка, вы скоро? Я устал ждать. Да, извините, пожалуйста. У вас это есть? Сейчас, одну секунду. Клава. Может, ты домой пойдешь? Тут ты совсем зеленый. Варвара Алексеевна, я думаю, тебя отпустит. Да нет, ничего, все в порядке. Ну да, я вижу. Значит, у нас вот это первое нету, а все остальное есть. Да? Спасибо. Давайте. Да. Викторовна, зайдите, пожалуйста, ко мне. Да, Сергей Леонидович. Марина Викторовна, подберите мне, пожалуйста, какую-нибудь поездку на 2 недели туда, где тепло. Турция, Греция, Испания. Абсолютно все равно. Лишь бы не 10 часов лететь, а то дети устанут. Скажем так, где-то с пятницы. С пятницы этой недели? Ах, да. Ученый совет. Ну, нет, недели через 2. Конечно, Сергей Леонидович. Спасибо вам большое. Да, и соедините меня, пожалуйста, с женой. Она не звонила? Нет, я бы передала. Спасибо. Свободно? Да. Лав, ты чего, ждешь кого-то? Я никого не жду, пошли. А, никого не ждешь. Хорошо, пошли. Ну, идем. Ну, иду, иду. Пап, там, там, куда мы поедем, верблюды будут? Ух, Дима, хороший, насчет верблюдов не знаю. Но что-нибудь интересное обязательно будет. Давай, спокойной ночи, иди. Сережка, чего ты так торопишься с отпуском? Детей из школы срывать. Договорились же ехать во время детских каникул. Да не беспокойся, Сереж. Они у нас ребята смышленые. Я думаю, школу-то уж наверстают. Может, ты и прав. Может, сейчас лучше уехать. Джеська, ну ты моя хорошая, а тебе-то все и забыли. Ну ничего, сейчас я 10 минут посижу, переоденусь и пойдем. И только далеко не уходить, а то поздно уже.
Да, Джесс, по-моему, у наших друзей сегодня выходной. Ну, иди. Иди погуляй немножко. Давай, иди, гуляй. Джесси! 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 Джесси, иди сюда! Джесси! Пожалуйста, возьмите трубку. Это я, Ирина. Случилось что-то страшное. Сережа ушел гулять с собакой и не вернулся. На экспертизу. Что тут у нас? Мужчина, лет 40, документов нет. Смерть наступила от удушения где-то между 10 и 12 часами вечера. Позже точнее скажу. А собака? Тоже задушили, видно, чтобы не мешало. Старая была собака, с ней нетрудно справиться. Дай закурить. Ты же бросил. А, сигарет жал, да? О, нет, это лайт. Не курю эти девичьи. Извини. Ну? Да. Как эксперт сразу тебя могу сказать. У тебя в кармане дыра. Я знаю. Ага, вот. Ну, пойдем. Удавка сверху валялась. Отправил на экспертизу. Но к утру ливень был. Сам понимаешь, вряд ли много следов найдем. А парень-то крепкий. Значит, убийца тоже должен быть не из хилых. Возможно. Здорово. Давно приехал? Ну, 20 назад. Закурить есть? Семёныч. О, это другое дело. Что-то мне знакомым он показался. Может, актер? Ладно, потом разберемся. А кто его нашел? Старик утром собаку выгуливал. Сейчас у нас в машине сидит. Опросили? Пока нет. Дали чуть-чуть очухаться. Разволновался, а сердце слабо. Этот тоже с собакой гулял. Значит, живет где-то рядом. Я тоже об этом подумал. Вот что, походите по квартирам, поспрашивайте. Димка! Вперед! Побежали, побежали. Нет, Андрей, не актер это был. Ну, давай, колись, Семенович, что вы там накопали? Ты руки его видел? Под ногтями частица крови и кожи. Понятное дело, сопротивлялся. А, значит, на лице убийцы должны остаться царапины. Да, еще у нас есть его ДНК и групп крови. Но вот ногти у погибшего непростые. Ну, давай не тяни, ну что ты, ей-богу. В нашем деле нельзя торопиться. Вот слушай, ногти коротко подстрижены, руки ухожены, часто мыл. А такие руки только у врачей бывают. На что угодно готов поспорить. Нет, Семенович, тебя я знаю давно, спорить я с тобой не буду.
Постой пока тут, а я со стариком поговорю. Добро. Здравствуйте. Здравствуйте. Майор Ларионов. Владимир Иванович, очень приятно. А где вы живете? Вон там я и живу. Нам до парка минут 6-7 идти, очень удобно. Хорошо. Скажите, Владимир Иванович, как вы его нашли? Евгений Васильевич, вы меня искали? Дело сносит. За что я вам только деньги плачу? Быстро свяжите меня с Васильковым. Угу. Его нет, а мобильный отключен. Я просил найти его, а не говорить, где его нет. Если через 10 минут вы меня с ним не свяжете, можете считать себя уволенной. Ну... Никаких «но». Ну, кофе мне сварите, пожалуйста. Бутерброд какой-нибудь, я не завтракал так сегодня. Вообще, черт возьми. Так откуда вы все-таки позвонили? Так с мобильного. Иду, а навстречу мне человек... И по мобильному разговаривает. Mm-hmm. Ну, и позвонили. А что за человек? Молодой такой. Здоровый. Не, тучный такой. Но очень рыхлый. О, ну очень. Как увидел покойника, побелел весь и вырвал его. Мне не по себе, а его совсем развезло. А что он потом... Ну, я позвонил в милицию, а потом он взял телефон и обратно пошел. Обратно? А куда обратно? Ну, откуда вышел, туда и пошел. Вон туда. Странно. А вы не запомнили его внешность, приметы какие-нибудь? Запомнил. Очень хорошо запомнил. Лет 40. Брюнет, среднего роста. А приметы? Да, татуировку у него на руке. Женя. По букве на каждом пальце. Владимир Иванович, а вы на фронте в разведке служили? Нет, артиллерии. Артиллеристы, они, знаете, тоже не пальцем деланы. Юра, Юрочка, поговорить надо. Не, не по телефону, очень важно. Я прошу. Да, ну, хорошо. Да, конечно. Буду. Хорошо, понял. Владимир Иванович, вот что. Нам нужно будет с вами на Петровку подъехать. Составим фоторобот этого Жени с портфелем. Надо так надо. Я всегда раз надо. Пропустите! Серёжа! Серёжа! Тань, смотри, вон, возле машины стоит, курит. Видишь? Ну, вижу, может, он ждет кого. Угу, ждет. А я, по-твоему, уже совсем ку-ку. Он меня здесь каждый день ждет. А утром и вечером я его своего дома вижу. А выходные пошла в магазин, а он там болтался. Может, просто совпадение. Москва – город маленький. Интересно. А что он тогда возле вашей дачи делал, когда я к вам приезжала? И в трамвае со мной ехал. Возле нашей дачи? Угу. Ну, дела. Я видел вашего мужа по телевизору. Да, он часто давал интервью. Говорил, что это работает на репутацию клиники. Ирина Николаевна, расскажите про вчерашний вечер. Мы засиделись допоздна. Вчера наш младший сын в первый класс пошел. Праздновали.
Потом Сергей пошел гулять с собакой. Это было в начале 12-го. 10 минут 12-го. Я как раз мальчишек спать укладывала. Татьяна Павловна, приготовьте нам, пожалуйста, кофе. Спасибо. А потом я позвонила Саше Гольдину. Не работает вместе. Он приехал. А родственникам мужа звонили? Да, родителям. Я им первым позвонила. Оставила сообщение на автоответчике. Их не было дома? Я не знаю. Трубку никто не поднял. Потом приехал Саша Гольдин. Просидел у нас всю ночь. А потом забрал детей и уехал к себе. А в милицию вы звонили? Саша звонил. Потом сказали, что заявление о пропаже человека можно подавать только... только на третьи сутки. Вот так. Сергей всегда говорил, что не хотел бы пережить меня. Так оно и случилось. Я же чувствовала, что что-то должно было случиться. Я должна была его уговорить. Я не понимаю, а что должно было случиться? Сергею все время казалось, что за ним кто-то следит. Он сначала подумал, что присматриваются к его машине. Даже сигнализацию сменил. Ему казалось, или он определенно знал? Я не знаю, я всегда с ним была рядом. Я уговаривала его обратиться в милицию, но он все время отмахивался. Значит, он так ничего и не предпринял? Он нет. Я позвонила своей подруге. У нее бывший муж милиционер. И что? Я потом ей перезванивала, но она все отговаривалась, что не может его найти. В командировке, наверное. А как зовут вашу знакомую? Жанна. Жанна Ларионова. Угу. Да нет, она нашла меня. Жанна Ларионова — это моя бывшая жена. Она мне позвонила и попросила помочь, а я сказал, что все это чепуха, нервы. Простите, мне очень жаль, что... Я пойду. Это вон тот, который мороженое кушает? Во, поганец. Комфортом следить хочет, а? Да не смотри ты на него так, а то заметит. Ну теперь-то ты мне веришь? А вот я сейчас подойду к нему, возьму его за шкирки, да спрошу, зачем да ему поганцу надо. Да ты что, вообще что ли, с ума сошла? Он сейчас, я его хоть вижу, а представляешь, если незаметно будут следить. Я вообще со страху помру. Да, ты права. Что ж делать-то? Что ж, так и будешь с этим хвостом ходить, что ли? Не знаю. Слушай, а чем мы мучаемся? Давай Андрюхе расскажем, милиционер все-таки. Ты что, говорила с ним уже? Ну да. И что? Чего? Он говорит, что это все ерунда, что мне все кажется. Ну, а знаешь, как мы сделаем? Я после работы за тобой заеду, и мы поедем прямо к нему, вот так, без звонка. Вот я там с ним и разберусь. Только вот кому понадобилось за тобой следить? Может, перепутали с кем, а? Не знаю, Тань, ничего не понимаю. Так страшно. Да, хорошо на тебя. А, ерунда, заживет. Вот, значит, тут все. Мерцалов Сергей Леонидович женат. Двое детей, директор института кардиологии и так далее. Ого, а где это? Да нервы у потерпевшей не выдержали. Класс, а у меня тоже такое было. На первом же допросе, значит, последственный, набил мне морду.
Я ему: здрасте, присаживайтесь. А он мне в глаз. Я его понимаю. Ну, в смысле, правильно сделать. Ну, в смысле, а что же это за практика без бородобола? Во-первых, мне морду никто не бил. А во-вторых, за дело. Не понял, что значит за дело? Ты ничего про это не рассказывал. За убитым последнее время кто-то следил. Его жена позвонила моей бывшей. Они знакомы по прошлой работе. Вот. А я ее послал, когда она попросила разобраться. У меня вообще, у меня на нее рефлекс. Я услышал ее голос, я сразу ее посылаю. Ну вот, и рассказал вдове. А она, ну... Подожди, так получается, что... Ну? Убийство было хорошо спланировано? Получается, получается. Ты знаешь, мне кажется, я его и раньше видела. Когда к вам на дачу ехала. А еще раньше около своей работы. И вообще, мне кажется, что он за мной следит. Тоже следят. Ты о чем? Да нет, нет. Это я так. За работу, мужики. Что у нас там со свидетелями? Ну что, Евгеш, что стряслось? Господи, я уже думал, что ты не придешь. А что такое Зерешина-то? Врача убили. Какого врача? Какого? Того. Того самого врача. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я от Лильки возвращался. Так ты уверен, что это тот самый доктор? Я труп видел. Видишь, это такой ужас, такой ужас. Хватит ныть. Давай, рассказывай, что там было. И от Лильки возвращался. Вот, а тут... Опять твоя Лилька, блин. Ну, при чем тут? А при том, что делу мешает. Ну? Что там дальше было? Короче, я иду, тут старик. Видишь, телефон попросил милицию позвонить. Убийство. Господи, ты что, теперь без свидетеля? Нет, я ему свой мобильный дал, а сам труп посмотрел, пока он звонил. Ну, мне так плохо стало, что я к Лильке вернулся. Идиот. Тебя теперь милиция ищет. Да сам ты... Ты лучше подумай, кто врача укокошил. Может, это Борис следы заметает? А теперь кто следующий, а? Хватит, ты про Бориса. Разорался тут. Юра, мы теперь повязаны, нам вместе держаться. Ты надо. Меня не приплетай. Я же по твоей просьбе. Тебе деньги за это платят. А ты заплатил? А ты сделал? Испортил только все. Вот теперь свою тупость и расхлебывай сам. Как же быть, а? Как же быть? Может быть, с Борисом связаться, а? Забудь про Бориса, ладно? И давай, сам исчезни, растворись, умри. Куда? Куда хочешь, только Лильки свои не гугу. Хорошо. Прощай. Знаешь что, и мне не звони, я сам тебе позвоню, если надо будет. Пока.